Приветствую вас, дорогие мои, на моем канале. Сегодня наша гимнастика будет начинаться с апельсина. Апельсин повышает настроение, и я взяла его для того, чтобы хорошо начать день. Присоединяйтесь. За эти 11 минут вы включите лимфатическую систему, улучшите растяжку и улучшите кардиосистему. Вводное положение на коленках. Вытягиваем левую руку вперед и правую ногу назад. Начинаем одновременно поднимать руку и ногу без прогиба в спине. Сделайте 10 повторений, затем подводите коленку к локтю и напрягайте пресс по максимуму, включайте центр. Затем вытягивайте руку и ногу как можно дальше. Сделав 8 повторений, останьтесь в статике с захватом стопы сзади. Напрягите по максимуму центр. Постойте в этом положении секунды 4 и расслабьтесь, потяните спину. Меняем другую сторону. Левая нога назад, правая рука вперед. И одновременно поднимаем наверх. 10 повторений. Затем подводим колено к локтю и включаем центр по максимуму. Тоже 10 повторений. Постойте в равновесии, статика, включите центр, захватите стопу несколько секунд. Расслабляемся. Следующее упражнение на равновесие. Вытяните правую ногу и правую руку и постарайтесь поменять положение корпуса из закрытого в открытое. Открывайте хорошо ребра и старайтесь удержать равновесие. Сделайте 3-4 повторения. Останьтесь в статике. Постойте. Отследите состояние вашего тела и расслабьтесь. Повторяем с другой стороны. Левая нога, левая рука. Найдите равновесие и меняйте положение корпуса из закрытого в открытое. Постарайтесь не тянуться лопатками к ушам, а наоборот раскрыть плечи, потянуть плечи вниз, очень далеко от ушей. И попробуйте остаться в статике в открытом положении. Отследите тело и расслабьтесь. Переходим к растяжке ног и включению лимфы бедра. Поставьте ногу вперед 90 градусов к коленке, поднимаем противоположную руку наверх. Можно остаться в этом положении, а можно идти дальше. Вытянуть ногу сзади и закинуть руку за спину. Разверните плечи, постойте в статике и после вытяните колено впереди. Для того, чтобы почувствовать растяжечку в бедре и включение лимфы. Меняем ногу. 90 градусов в коленке. Противоположная рука наверху. Плечи далеко от ушей. И если вы хотите идти дальше в движении, сзади ногу вытяните. И рука за спиной. Разверните плечи, постойте в статике. Почувствуйте растяжку вашего тела. Потихоньку готовьте ногу впереди, она вытягивается, и рука поднимается наверх. Проследите, чтобы ваши плечи не поднимались к ушам. Расслабляемся. Сядьте на стопы, потянитесь копчиком назад, а руками вперед. Выходим в положение сидя, положение лотоса. Сейчас мы будем с вами делать дыхательную гимнастику для того, чтобы раскрыть легкие, включить кардиосистему, включить лимфу за счет работы диафрагмы. Начинайте дышать глубоко, вдох и выдох. Советую вам дыхательную практику делать с закрытыми глазами. Тогда вы лучше почувствуете растяжку межребер и хорошее раскрывание легких. Затем вытяните руки наверх и делайте кругообразные движения корпусом. 4 раза в одну сторону, хорошо вытягивая руки наверх.
и 4 раза в другую сторону. Продолжаем круговые движения без рук. Все ваше внимание в поясничном отделе. Почувствуйте, как растягивается поясничка. Дышите медленно. И поменяйте в другую сторону. 4 круговых движения в одну сторону, 4 круговых движения в другую сторону. Следующее упражнение на растяжку позвоночника. Попробуйте как можно дальше отклониться назад и вот такими покачивающими движениями отследите растяжку в вашем позвоночнике. Дальше мы продолжим растягивать одновременно межреберные мышцы и мышцы ног. Постарайтесь, чтобы это было комфортно, но вы почувствовали все-таки растяжку межребер, в грудине и под коленом. Побудьте в этом положении сколько вам хочется. Убираем максимально ногу за спину и расслабляемся вперед. Расслабляем шею, расслабляем плечи, расслабляем спину. Почувствуйте, где у вас идет напряжение, где у вас идет растяжка. Послушайте свое тело. Потихоньку поменяйте положение, переведите свое тело за колено, ближе к ягодичке. В этом положении тоже постарайтесь закрыть глаза и почувствовать свое тело, отследить растяжку. Дальше идем в глубокую растяжку. Отодвиньте коленку как можно дальше назад и захватите стопу противоположной рукой. Почувствуйте растяжку в бедре и в подвздошно-поясничной мышце. В этом положении очень удобно выходить в собаку на одной ноге. Подтяните ножку наверх или можно ее согнуть. Расслабляемся. Потянитесь копчиком назад. Захватите за спиной руки в замок и поднимите по максимуму их к голове. Вы почувствуете растяжку в грудной мышце и в плечах. Теперь все сделаем это с другой стороны. Одновременно растягиваем грудину и ногу. Послушайте свое тело, отследите, где тянется мышца, и осознанно расслабьте ее, снимите напряжение. Заводим ногу за спину и расслабляем корпус вперед. Расслабьте плечи, расслабьте шею и расслабьте спину. Медленно переводим тело в сторону бедра, между коленом и ягодичкой. Расслабляйте спину, расслабляйте плечи, расслабляйте шею. Чувствуйте, как тянется у вас спинка, как тянется бедро, и медленно расслабьтесь. Идем в глубокую растяжку. Захват стопы сзади. Почувствуйте растяжку бедра спереди. Выходим в положение собака вниз головой на одной ноге. Вытягиваем по максимуму ножку наверх. Можно ее согнуть. Также прочувствуйте растяжку, где у вас, в каком месте тянется. И расслабьте эти мышцы, не напрягая. Мышцы растягиваются, когда они расслаблены. Потянитесь копчиком назад. Закрепите руки в замок за спиной и поднимите руки, потяните грудную мышцу. Дальше захватом рук за бедрами постарайтесь распрямить спину. Вы почувствуете хорошую растяжку в позвоночнике и в ромбовидной мышце.
между лопатками. Постарайтесь по максимуму раскрыть лопатки. На этом наше занятие подходит к концу. Сделайте глубокий вдох, выдох. Попробуйте вдохнуть энергию, выдохнуть усталость. Еще вдохнуть энергию, выдохнуть вашу усталость. И продолжить день с хорошим настроением и гибким телом. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать о новых видео.